Чего, Варфейс? Позывной Нода на связи. Угу. Я ваш человек с Блэквуд и координатор миссии. Флот и авиация союзников бесполезны, пока над островом силовое поле. Вы здесь, чтобы уничтожить... Pretty sure those tactics are harder than just doing the rooms properly. Пусковая установка на 12 часов. Блэквуд заставляет... So they're not even... If they can't do the rooms properly every time, then they... Всякое было... Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Так вы здесь можете попрактиковаться, какая разница? С рандомами. Я думаю, что это фигня вся. Интересно. Да. Помните операцию в Чернобыле? Там начали добывать центр после того, как его запасы на этом острове закончились. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки в... You think taking the Marlin on a Black Shark would work out? Is there anything you could use the help with that? I'm speaking in weapons sense, like bring a Tommy gun or a carry. Yeah. Что за дичь? Займите позиции за щитами. Они поглотят урон со стороны противника. До этого нормально их взрывал. О май гаш. We're gonna start seeing those Chinese skins soon. Yuki skins. Is it China or Japan with like the dragon parade and all that? Exactly. Are you serious? I'm sure they don't do that anymore. Yeah. So why do you do it? Spill my mind. But they would be blown up, the их сразу. Because you kill these bots, that's why. Противник втягивает силы на защиту генератора.
Oh, remember the flash. Of course. Oh, nice. Вот и генератор. Снимите блокировку. Я дам ему такую нагрузку, после которой промышленный майнинг криптовалют покажется школьной арифметикой. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Капсула с Зедом на поле боя. Повторяю, капсула с Зедом на поле боя. Чертов Зед, не приближайтесь к нему. Сконцентрируйте огонь. Сбивайте с ног, добивайте в рукопашную. Один из четырех предохранителей уничтожен. Осталось три. Зед прервет слом генератора, как только разделается с вами. Остался последний предохранитель. Говорит Blackwood Ronin 1. Щит пал. Повторяю, щит пал. Флот противника выходит на огневую позицию. Расчетное время до начала основной фазы сражения 6 минут. Силам ПВО приготовиться к отражению авиаударов. Приоритет – защита объекта Адам. Остальным войскам действовать по Тихоокеанскому протоколу. Задача выполнена. Забирайте агента Нуду и выдвигайтесь к точке эвакуации. Да ёб твою мать! Я был коцанный гранатометчиком. Настроение паршивое, что-то не знаю. Окей. Началось! Евроальянс вступил в бой. Как только Нода поднимется на борт корабля, мы влупим по... Pretty funny. Чахнет так, что у меня на ранчо коровы так срочно отелятся. Oh, you need the gold stoner.
Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Левых забираю. Готов. Better than just banning them. Yeah. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Regen your stamina too, which is kind of funny. Checkpoint. Wait, it hasn't activated yet. Получен доступ к базе данных, начиная с сегодня. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. I guess not then. Обнаружен запуск капсул. Сбивайте их в воздухе. Yeah, like it just went up like as I went into the checkpoint. Yeah, and they're just gonna rename the whole game Blackwood. I know, level 90 is enough. They removed VIP anyways, so. They're not using that anymore, that's why. That's why nobody's buying it, that's why. Because no ranks, yeah. I know. Because I couldn't think of anything better than the samurai head. Gotta be honest, it's a badass icon. It's become iconic. I know. Что именно? Что именно смешно? А. Mm.
Fuck. Не сдавайтесь, вы почти у цели. Пробивайтесь дальше. То есть четко нормально. Let's go bug the turrets now. Come on, guys, it's early. Да. Бывает. Это не проблема. Угу. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Наблюдаю запуск. Красный код. Максимальная боеготовность. Я упустил своего. Осторожно. Go. У меня две новости. Первая, марсианские колонисты еще живы. Вторая, мы спасем их при помощи сетов противника. Либо, либо вдвоем делаем, либо надо объяснить нормально, детально поставить. Прям вот сказать вот здесь, вот стой. Поставь его туда. Поставь его туда, где ты обычно стоишь, на правого бота. Двери объекта открыты. Добро пожаловать в личную кузницу Оберона Уайта. Добро пожаловать. Это карьерная харакири, капрал. Если из-за тебя сорвется вся операция, пойдешь под трибунал. Генерал, по стелсу или нет? Если операция сорвется, Блэквуд устроит мне свой трибунал. Ты мне уже впадло этих ботов выбивать. I stole your thing for once. Блэквуд,
Блэквуд лишился доступа к системам наблюдения. Не благодарите. Убивайте бесшумно и исчезайте. Готов. Computer got off. I'm up. Yeah. Дальний. Just tell him where to stand. Okay. Right. Yeah, that's why. That's why that happened yesterday, is because I never get right, and then it... Show him your position where we do it into. Okay? Флот успешно отправляет врага в ад. Весь остров поднят по тревоге. Не привлекайте к себе лишнего внимания. Не мешайте противнику ехать на бойню. Готов. Ага. Ага. Я. Я. You take right, okay, Darhix? Yep. Готовы? Готов. Окей. Okay. Раз, два. Yep. Yep. Я. Двоих. Да. Готов. Окей, готов. Дверь заблокирована. Выбивает ошибку при попытке открыть ее удаленно. Пересылаю код доступа. Введите его в консоль. 1, 2, 3. Отлично, дверь открыта. Патроны, здоровье и броня. No, look at our deaths. And then look at our place. It's... Yeah. Yeah.
Dominator for days. Я думаю, это баг. Ну да. And then one day we find out there's a server that's on the old, the first version of Sunrise, and we go there, it's like super hard. I know. What? Granite Krava. I got it. I did stealth on the devil, man. Check them. Nice made kills. You want to see it, or are you done? How would that be possible, though? Mm-hmm. Yeah. Red bots. Ведем или сразу зажимаем? Вот is normally lead. Хорошо. Я имею в виду, он падает, и мы сразу зажимаем, или он падает, и мы сначала ведем, потом зажимаем.
Нихуя. I saw that you're pulling. Yeah. I can't reach him. Three for 270, just like usual. Yeah, I hear that. Blacklight. We don't start. Three 270, just as usual. Don't start to shoot from the start. Дайте вспомнить, где мы начинаем, если три по 270. Раз, два. We need to be on a stomach. He needs to be on exit. Yeah. Один, два, три. Угу. Мы в желудке, он на выходе. Хорошо. It doesn't matter. Just lead. We need to lead him to exit. Окей. Я пойду дерну, спрячусь и буду в спину. Да. Darhix, you'll need to step left like into, okay? Okay. Just remember not to step early, because he will lose sight of you and he will burn me. Yeah. Женя, don't kill bots just when you're finished with your clip reload and continue to shoot him, okay? Just step out of fire and continue to shoot. Then. Думаю, да, I think yes. I'll be as a medic, watching my side. Внимание, экспериментальный цех активирован. Устройте ему красный и отправьте урода на доработку. We all... Okay. Which one should I flash? Okay. A lot of bots. And they were straight. Let me do this shit, Blacklight. Let me do. Yeah. I think I got it bagged. Shooting. Careful, good. Okay. I know. Дистанцию.
людьми. Okay. I know, okay. Let's go. Yeah. Yep. Yeah, probably. Usual shit, блядь. Посередине. Потому что он идет за тобой. Не идите туда, вы же его не туда ведете. Он сейчас оттуда выйдет. Вы его... Он к вам сейчас, скорее всего, пойдет. Не идите сюда сразу, на 5 сейчас не туда придет. О, oh, here. Он тупой. Какого хуя он буксует? Go. Don't shoot Red Aura. I'm reviving myself as well. Огонь. He won't follow me, I don't have much health. So. Bait him. I hit teleport. Ну поэтому я тебе и говорил, пошли. Вы будете удивлены, как я и обещала. В комнате перед вами. А у меня вот настроение не очень. Forty minutes, not bad. Седриум обеспечивает нейрокоммуникационное взаимодействие оператора с его Седом. Давайте одолжим у Аберона пару его игрушек и спасем колонистов на Марсе.
Два, три, четыре. Почему не один, два, три? Yeah. Okay. That's pretty funny. Окей. I would like to play more, but it's fucking late. I need to go to work.